Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События» в студии Светлана Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Победители Олимпиады спортивных соревнований, лидеры и отличники. Глава Самары Елена Лапушкина вручила стипендии одаренным детям. Новая детская площадка и благоустройство двора в Красноглинском районе Самары. Подрядчик начал обновлять придомовые территории на средства федеральной программы формирования комфортной городской среды. Овощи и фрукты, мясо и рыба на любой вкус. Купить недорогие продукты от местных производителей в Самаре можно на муниципальной ярмарке на пересечении Киевской и Тухачевского. Ежегодно 50 самым одаренным юношам и девушкам Самары вручают стипендию за достижения в культуре и спорте. Чествование талантливой молодежи стало доброй традицией, которая зародилась в 2012 году. И эту особую премию учредил Дмитрий Азаров, когда был на посту главы города. Об успехах современной молодежи расскажет Михаил Ермоленко. В свои 14 лет Александр Циммерман добился больших успехов в музыке. В музыкальную школу поступил по классу фортепиано. На 4-м году обучения освоил еще и один из самых знаменитых духовых инструментов – саксофон. А уже к 5-му классу покорял сцены на разных самарских конкурсах. Парень признается, он многопрофильный музыкант. И одним исполнительством не ограничился, он еще и поет. Сейчас, когда 8 классов музыкальной школы позади, планирует поступить в музыкальное училище на кафедру хорового дирижирования, чтобы в будущем управлять собственным оркестром. За особые достижения в сфере культуры Александр удостоился стипендии городского округа Самара. Талантливые дети, их нужно продвигать, помогать им как-то выйти в верхушки. А если вот с министерства, с департаментов помогать таким вот талантливым действительно детям, то мир станет лучше, я считаю. Одаренных юношей и девушек в Самаре ценят и всячески поддерживают, в том числе и материально. Заявки на стипендию, которую предоставляют на конкурсной основе, подают учебные учреждения. Специальная комиссия выбирает 50 ребят, самых успешных молодых музыкантов и спортсменов, по 25 представителей от каждой из сфер. Все они становятся лауреатами стипендии городского округа Самара. Средства на ее выплату предоставляются по программам развития культуры городского округа Самара и развития физической культуры и спорта в городском округе Самара. По традиции победителей поздравляют. Глава города. Конечно, это гордость, это радость о том, что на нашей самарской земле живут такие звездочки, такие замечательные, целеустремленные ребята, которые совершенно точно будут прославлять наш город, которые будут развиваться в науке, в спорте, чьи имена мы совершенно точно еще услышим на мировых сценах. Стипендиатов профильные вузы города с радостью принимают в ряды студентов и способствуют их дальнейшему творческому и спортивному развитию. Предоставляют все необходимые для этого условия. Чрезвычайно важно дать старт и получить эту поддержку вот в юном возрасте. Ребята, которые получили стипендии городского округа Самара, все-таки действительно любят по-настоящему наш город. И я очень надеюсь на то, что они свою дальнейшую судьбу профессиональную свяжут именно с работой и учебой в нашем городе. Это будущий потенциал нашего региона. Соответственно, наш факультет непременно ждет таких спортсменов, которым будет предоставлена возможность для тренировочного процесса и для учебы в нашем университете на факультете физической культуры и спорта. Традиция чествовать молодые дарования Самары зародилась 10 лет назад, в 2012 году. С тех пор стипендию городского округа получили 506 ребят. Общая сумма выплат составила более 30 миллионов рублей. Эта особая награда была учреждена Дмитрием Азаровым, когда он был главой города. Продолжая добрую традицию, указом главы Елены Лапушкиной размер премии для талантливой молодежи в этом году увеличили. Сейчас она составляет 7 500 рублей. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. В Самарской области подвели итоги голосования по выбору объектов, которые будут благоустроены в следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На выбор были предоставлены 106 территорий. Из них выбирали те, которые, по мнению жителей, нуждаются в реконструкции в первую очередь. В итоге победителями стали 50 пространств, которые расположены на территории всей Самарской области. Из представленных в финал вышли 4 территории – парк «Молодежный», «Воронежские озера», «Ерик-парк» и «Сквер Самарец». Жители Самары отметили, что в обновлении нуждаются не только общественные пространства, но и местные туалеты.
Новая детская площадка и благоустройство двора. В Красноглинском районе Самары подрядчик начал обновлять придомовые территории на средства федеральной программы формирования комфортной городской среды. Наша съемочная группа побывала в одном из дворов по улице Парижской коммуны 30 и увидела, каких изменений смогли добиться активные жители этого дома. Михаил Ермоленко расскажет подробнее. Раньше двор дома номер 30 по улице Парижской коммуны ничем не отличался от десятков других в Красноглинском районе. Но сейчас здесь кипит работа. Подрядчик обновляет территорию. Еще недавно на месте игровой площадки был палисадник, и стояли лишь старые качели, которые по нормативам уже пришли в негодность, вспоминает старший по дому Владимир Тупицын. Чтобы территория двора заиграла новыми красками, неравнодушные жители решили участвовать в программе формирования комфортной городской среды. И вот, наконец, работы закипели. Теперь жители дома номер 30 по улице Парижской коммуны с нетерпением ждут, когда можно будет отдыхать на обновленной территории. Мы подавали, когда вот эту заявку, когда делали, рисовали как бы на три дома. Но получилось, что сдали заявку от своего дома, вот, но все равно этой площадкой пользуются также жители не только нашего дома, но и здесь. Много детей. Ну да, и дети, и мамочки с детьми. По проекту, который разработали жители совместно с районной администрацией, детскую площадку разделили на три части. Один участок для самых маленьких, в скором времени сюда подвезут песок, установят небольшие горки, качели и карусели. В рекреации для детей среднего возраста уже стоит часть игрового комплекса, дополнительно установят качели. Для ребят постарше появится спортивная площадка с тренажерами и теннисным столом, уложат специальное резиновое покрытие. Также обновят и освещение, а за средства районного бюджета отремонтируют проезд, который тянется вдоль двора. Уберут все ямы и дефекты дорожного покрытия. Кроме того, планируется обновить центральный тротуар, вот он сейчас раскопан, который связывает весь двор, и будет установлено 12 лавочек и урн для отдыха родителей и всех желающих жителей двора. Площадку во дворе по улице Парижской коммуны 30 обновляют с начала июня. В срок полностью укладываются, несмотря на погодные условия. По контракту подрядчик должен закончить работы здесь уже к концу августа. 3 июня мы начали установку МАФов. Угу. Да, а саму работу начали где-то с 15 мая. То есть подготовку площадки, установку бортов, асфальт. То есть мы где-то с 15 мая начали. В этом году в Красноглинском районе на средства федеральной программы формирования комфортной городской среды планируется обновить 5 дворов. Дополнительно ряд территорий благоустроить за счет средств районного бюджета и других источников. Также городские службы планируют масштабно отремонтировать внутридворовые проезды на 9 участках и на порядка 30 проездах во дворах проведут ямочный и карточный ремонт. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Овощи и фрукты, мясо и рыба на любой вкус. Муниципальная ярмарка на Киевской Тухачевского работает с прошлого года. Круглогодичная торговая площадка пользуется успехом у жителей города. Когда на ярмарке бывает больше покупателей и как дальше будет развиваться этот сектор торговли, узнала наша съемочная группа. Со вторника по воскресенье на пересечении Киевской и Тухачевского в Самаре можно приобрести продукты питания по выгодным ценам. Здесь представлены товары местных предпринимателей. Семейная ферма из Большой Глушицы, которую представляет на ярмарке Амиржан Шукуров, производит конину, говядину и баранину. Рассказывает, условия для торговли подходящие. Мы с 1 сентября прошлого года, то есть здесь находимся, на этой ярмарке. Вот, очень довольны тем, что администрация города предоставила нам такие условия, то есть комфортабельные. То есть, когда зной, и ветер, и снег, и дождь, как говорится, мы всегда находимся в хороших условиях, то, что мы имеем возможность реализовывать нашу продукцию. На посещаемость ярмарки, рассказывают продавцы, влияют разные факторы. Погода, праздники и настроение людей. Бывает, что и в четверг не протолкнуться, хотя это рабочий день. Ну а в субботу и воскресенье чаще всего многолюдно. Многие самарцы приходят на ярмарку каждые выходные. Тем более, что и друзья, и знакомые советуют. Каждую неделю практически. То есть, здесь мясо очень вкусное. То есть, ярмарка. То есть весь ассортимент очень хороший у них. Вот. То есть все выборочно есть, и вся продукция очень свежая. Расширение ярмарочной торговли в городском округе – это одно из приоритетных направлений работы. В региональной столице планируется проведение сезонных ярмарок, где овощи, фрукты и другие продукты будут продавать с машин. Ближайшая ярмарка такого плана откроется у нас по адресу Мехзавод около ДК «Октябрь». Она будет функционировать по выходным дням. Приглашаем принять участие в ней как сельхозтоваропроизводителей, так и жителей города приглашаем за покупкой. Ярмарка планируется открыть 11 июня, и далее она будет функционировать по выходным дням.
Всего в Самаре работают 28 ярмарок. В этом году их число может значительно вырасти. Вопрос прорабатывается в Департаменте экономического развития, инвестиций и торговли. Максим Магомедов, Юлия Василькина, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других событиях этого дня. В Кировском районе Самары бывшую начальницу почтового отделения обвиняют в злоупотреблении должностными обязанностями и служебном подлоге. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. По версии следователей, в марте 2022 года обвиняемая воспользовалась своим служебным положением и неоднократно перечисляла деньги, находящиеся в кассе почтового отделения, на свой банковский счет. При этом в отчет она вносила ложные сведения о внесении денег в кассу. Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов 500 тысяч рублей. Следователи выявили 4 эпизода преступной деятельности экс-начальницы. Во время допросов женщина заявила, что находилась в сложном материальном положении. В Самарской области будут судить мужчину, который решил заняться производством наркотиков. К полицейским поступила информация о том, что житель Сызрани выращивает коноплю. Прибывшие на место силовики обнаружили в гараже подозреваемого настоящую мини-ферму. Там были лампы с самодельными отражателями, дроссели для ламп, реле времени, осушитель воздуха, банки с удобрениями. Кроме того, в квартире росли 15 кустов конопли, а во время обыска у подозреваемого нашли 1,5 килограмма засушенных наркосодержащих растений. Возбуждено уголовное дело. В этом году для проведения ОГЭ для девятиклассников было подготовлено 202 пункта на базе общеобразовательных школ. Большая часть экзаменов уже позади. Есть и первые результаты. Напомним, государственные экзамены для учеников 9 классов стартовали 19 мая. В этом году их сдают более 30 тысяч ребят. Также в Самарской области в качестве общественных наблюдателей за государственными экзаменами аккредитовали 513 граждан. По их словам, все экзамены прошли в штатном режиме. С начала весны 2101 житель Самарской области обратился в больницу из-за укусов клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. С 30 мая по 5 июня случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом, эрлихиозом не зарегистрировано, рассказали в ведомстве. В этом году обработать от насекомых и грызунов планируют 4164 гектара общественных пространств. 12 июня в Самаре пройдет легкоатлетический фестиваль «Королева спорта». В связи с этим в центре города перекроют движение на нескольких улицах. Как сообщили в администрации Самары, с 3 до 6 утра проезд будет запрещен по Волжскому проспекту на участке от улицы Ульяновской до улицы Маяковского. С 6 утра до 4 дня перекроют движение на улице Максима Горького на участке от Венцека до Вилоновской. На Вилоновской от Максима Горького до Волжского проспекта. На Волжском проспекте от Вилоновской до Лесной, на улице Лесной в границах Волжского проспекта и Северо-Восточной магистрали, на Северо-Восточной магистрали в границах Лесной и Новосадовой. С 5 часов вечера 11 июня до 4 вечера 12 июня на указанных участках запретят остановку и стоянку транспорта. Автобусы 61, 207, 247 и 261 номеров будут следовать по скорректированным маршрутам. Молодые сотрудники уголовно-исполнительной системы приняли присягу на верность Отечеству. Новоиспеченных силовиков на торжественной церемонии поздравили опытные коллеги, друзья, родственники и почетные гости. Подробности расскажет Анатолий Головко. Служить Родине и закону. Именно эти слова лучше всего характеризуют суть работы сотрудников уголовно-исполнительной системы. Сегодня новобранцы УФСИН по Самарской области приняли присягу на верность Отечеству в присутствии близких, родных и почетных гостей. Торжественная церемония прошла у мемориального комплекса памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Я надеюсь на то, что это будет достойное пополнение уголовно-исполнительной системы, и они покажут себя только с хорошей стороны. Само мероприятие, которое сейчас проходит, это, конечно, торжественный момент. Текст присяги вызывает достаточно такие волнительные чувства и эмоции. Среди новоиспеченных сотрудников оказалось немало женщин, которые наравне с мужчинами исполняют свои обязанности. Одна из них – Анастасия Манжосова. Девушка имеет музыкальное образование, но решила связать свою жизнь с ОФСИН. Прапорщик внутренней службы признается, работа в рядах уголовно-исполнительной системы отличается высокой стабильностью и приносит ей удовольствие. Перед началом торжественной церемонии девушка сильно волновалась, но все же смогла совладать со своими эмоциями. Было невероятно волнительно, очень, очень волнительно. Еще и погода, очень было страшно, но мы выдержали, выстояли и надеюсь, что будем
нести ответственную службу. После принятия присяги артисты сделали молодым сотрудникам музыкальный подарок. Силовики приняли поздравления от друзей, родственников, представителей духовенства и опытных коллег. Новобранцы, которые пополнили ряды в СИН, будут нести службу на родине, в Самарской области. Их распределят в отделы охраны, безопасности, жилищно-коммунального обеспечения и социального учета. Анатолий Головко, Максим Гусев. События. В Самарской области предоставят льготы некоторым IT-компаниям. Они должны быть аккредитованы в регионе и работать по упрощенной системе налогообложения. Поправки в региональный закон в двух чтениях поддержали депутаты Самарской губернской думы. Поправки касаются введения налоговых ставок, по налогу которой взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Сниженные ставки позволят сократить налоговую нагрузку на сферу информационно-коммуникационных технологий, высвободить средства для развития бизнеса, создание новых рабочих мест, а также будет способствовать выходу предпринимателей из тени, что позволит создать благоприятный налоговый климат в Самарской области для аккредитованных IT-компаний, в том числе из других регионов страны. В регионе фиксируется ускоренный рост налоговых поступлений среди аккредитованных IT-компаний. Так, в 2020 году в бюджет поступило 140 миллионов рублей, в 2021 – 188 миллионов. Благодаря новой льготе бюджет региона в текущем году может получить дополнительный доход в размере 74 миллионов рублей. Баскетбольный клуб «Самара» подписал кандидата в национальную сборную Филиппа Гафурова. Нападающий Владислав Червоненко продолжит выступать за «Ладу». А генеральным директором хоккейного клуба ЦСКА ВВС стал Юрий Ковтун. Обо всем подробнее в новостях спорта. Баскетбольный клуб «Самара» подписал кандидата в национальную сборную Филиппа Гафурова. Форварду 21 год, его рост 212 сантиметров. Выступал за юношескую, молодежную, фарм и основную команду ЦСКА 2017-2019 и 2020-2022 годы. Сезон 2019-2020 провел в эстонских командах. Чемпион единой молодежной лиги ВТБ. Серебряный призер единой молодежной лиги ВТБ 2022 года. В составе сборной России участник чемпионата Европы 2019. В сезоне 2021-2022 в составе ЦСКА-2 принял участие в 31 матче Суперлиги-1 и Кубка России, в которых в среднем набрал 9,9 очка и делал 5 подборов. Участник просмотрового сбора кандидата в сборную России, который проходит в эти дни в Новогорске. Нападающий Владислав Червоненко продолжит выступать за «Ладу». Хоккейный клуб «Лада» и нападающие согласовали новый контракт. Срок соглашения – один сезон. Нападающий Червоненко в сезоне 2021-2022 сыграл за «Ладу» в 45 матчах регулярного чемпионата, набрав 18 очков. В 10 матчах плей-офф на счету Владислава 4 очка. На должность генерального директора хоккейного клуба ЦСКА ВВС назначен Юрий Ковтун. Информацию подтвердили в Министерстве спорта Самарской области. При этом уже начались перечисления средств финансовой поддержки в хоккейный клуб ЦСКА ВВС, выделенные правительством 63-го региона с целью погашения задолженностей перед игроками и тренерами команды. Контроль за распределением денежных средств возложен на нового генерального директора. Напомним, 1 июня с поста министра спорта Самарской области был уволен Сергей Кобылянский. Дмитрий Азаров неоднократно указывал на необходимость скорейшего решения и нормализации ситуации, в которой оказался хоккейный клуб ЦСКА ВВС. Ранее 43-летний Юрий Ковтун с 2018 по 2022 годы возглавлял самарский хоккейный клуб «Олимп», в тренерский штаб которого входят экс-игроки ЦСКА ВВС Сергей Шиханов, Сергей Горлов и Антон Киселев. Ковтун заявлял, что собирается делать упор на местных воспитанников и тренеров. Потому есть вероятность, что контракты будут продлены с вратарем Арсением Никаноровым, защитником Егором Тороповым и нападающими Денисом Ведериным, Кириллом Овчинниковым и Артуром Данилкиным. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем пишут на своих информационных площадках. Департамент транспорта администрации Самары сообщает, что в связи с проведением музыкального фестиваля «Самфест» будет перекрыто движение по нескольким улицам. 11 июня с 9 утра до 12 ночи закрываются проезды номер 6, 7, 9, 12, улица Дальняя на участке от Московского шоссе до улицы Арена 2018, улица Первая Стадионная. С 9 до 12 вечера 12 июня ограничат движение транспорта по улице Арена 2018 на участке от Волжского шоссе до улицы Вторая Стадионная. Фактическое время действия ограничений по улице Арена 2018
2018 может быть скорректирована с учетом наличия личного транспорта в зоне ограничения движения. С 17 часов 10 июня до 12 ночи 12 июня закрываются улицы Дальние на участке от Московского шоссе до улицы Арена 2018. Проезда номер 2, 6, 7, 8, 9, 12, улица 1 Стадионная, улица 2 Стадионная. Улица Арена 2018 на участке от Волжского шоссе до улицы 2 Стадионная. В телеграм-канале Департамента образования Самары рассказывают об этнографическом фестивале, который прошел в детском саду номер 283 в рамках нацпроекта образования. Он назывался «Матрешка. Улыбка России» и был посвящен Дню России, который отметят в стране 12 июня. В празднике приняли участие более 155 воспитанников из 15 образовательных учреждений Самары. В телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской» напоминают, что в городе пройдет фестиваль «Виват Россия». 10 июня в Летнем театре Струковского сада в 12 часов начнется концерт детско-юношеских духовых оркестров Самарской области. В 17 часов концертные программы военного оркестра Самарского гарнизона и Самарского концертно-духового оркестра. В 19 часов концерт Адмиралтейского оркестра из Санкт-Петербурга. На открытой эстраде в течение дня будут показывать фильмы о Петре Первом. В 17:30 открытая лекция историка Бориса Агузарова об истории волжского судоходства. В 18:00 открытая лекция доктора исторических наук Глеба Алексушина «Петр Первый в истории России и Самары». Фестиваль посвящен Дню России и 350-летию императора Петра Первого. В телеграм-канале департаментов и районов города сообщают, что к 12 июня, ко Дню России, команда «Карты жителей Самарской области» совместно с партнерами проекта решили порадовать самарцев викториной с призами. Условия участия в викторине просты. Быть подписанным на страницу ВК «Карты жителей Самарской области», быть подписанным на страницу ВК-партнера, правильно ответить на вопросы викторины. Среди верно ответивших будут разыграны призы с помощью приложения «Рандомайзер». А на этом я с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», на страницах в «Одноклассниках» и во ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Будьте здоровы, всего самого доброго и до встречи!